То есть ты хочешь сказать, ты сегодня добавил какую-то новую роль, но какую новую роль ты нам не скажешь? Потому что это новая роль, секретная роль, и мы узнаем, что это за роль только тогда, когда запустим игру. Да, ты прав, и тебе она очень понравится, даю грузинское слово. А как мы должны знать, что нам сегодня делать, если мы даже не знаем, в чем смысл этой роли, Костя? Брат, я тебе отвечаю. Ты все поймешь, не переживай. Эти все тоже все поймут. Ну, только Жюлик Плей не поймет. Все нормально будет, не переживай. Это вы что хотите сказать, то что я тупой? Ну так ты реально никогда ничего не понимаешь. А, ну да, логично. Ты не хочешь перестать свою дичь в Амонг добавлять, не? Нет, брат, не хочу. Чисто случайно, не? Вообще. Ну ладно. Моё! Я сейчас сам нажму. Так шериф может выполнять задания и помогать этим выжившим. А я почему-то до самого последнего момента думал, что он просто как наблюдатель здесь бы. Ты подозрительный? Надо за ним пристальнее следить, потому что вместо того, чтобы идти что-то выполнять, он почему-то преследует именно меня. Спрячь свое личико красивое, Свали нафиг отсюда! Шериф, значит, получается. Сразу мне в самом первом раунде дали самую сложную роль. То есть мне надо вычислить предателя, Жулик Плей побежал, и мне надо это предателя сразу как бы это сказать, чтобы не сматериться, а где? Батон, это находится в другом... А, все, так быстро отремонтировали. Короче, мне надо вычислить предателя, и мне это предатель надо... Почему мне хочется материться? Убить, короче, вот, все, я буду вот это выбрасываем, вот это забрасываем обратно, ну и в целом, как бы пока я предателя не нашел, так, мне надо найти зелье, и, как я понимаю, это зелье будет в самом последнем сундуке, потому что, ну, в предпоследнем. Офигеть, конечно, я везучий очень сильно. Так, ну, на предателя это мало похоже на самом деле, потому... Если она сейчас сюда выбежит, она предатель. Нет, все же отремонтировала вот это вот задание, пока нифига не понятно, что у нас здесь происходит на самом деле. Все бегают, все вроде как бы никого... Только заикнулся, и вот тяна трупачелла. Я много чего своими глазами видел, но такое я видел впервые в жизни. Иду такой, вижу, идет Эд, и выходит из комнаты, а там труп. Потом мы с Ашаном заходим туда, и видим там труп. Но Эда нет. Ну значит, это Эд, что молчим-то? Ну вообще-то это не может быть, это я видел вначале какое-то задание, выполнял, он его выполнил. Да. Ну ему явно плохо, у него температура, мне кажется. У Кости? Почему? Потому что я за всю эту игру выполнил заданий 5-6, и я за всю игру ни одного трупа не видел. А он сейчас говорит то, что я кого-то... Ашан, ты это что? Я подтвержу, я видела труп, я, значит, выхожу такая... Так ты, если ты видела труп, я-то тут при чем? Ну так я с Костей это видела, я тебя вообще не обвиняю, я не знаю, кто это был. Костя, я тебя в помине за всю игру даже не видел, какой труп? Да я видел труп в комнате, в коммуникации валялся, труп бедненький, там кто умер? Жека Плей бедный умер, ты Жеку Плея убил. Это банально убил Жеку Плея, под каждую серию Амонга Жеку Плея первым убивает. Да это кто-то вместо меня его убил, чтобы потом на меня топили. Ну так вот это и ты получается, ну, мне так кажется. Нет, это игра умов, понимаешь, кто-то за меня убил его. Так, стоп, тихо. Нет. Кто-то убил его, хотел скинуть на меня, и все.
Игры разума. Это либо это убил этого Жеку Плея и гонит на банана, либо это реально... Да я не мог никого убить! Если бы я кого-то убил, я бы сам умер! Ты дурачелла! Господи, кошмар какой-то, сумасшедшие! Идите вот этот! Иди сюда, Дуримонда, ты вот это, сюда! Вот иди сюда! Иди сюда! Смотри! Опа! Заходим! Опа! Ромашка или... Не, не ромашка, это подсолнух. Подсолнух нафиг что здесь делает? И нафиг никто даже не посмотрел то, что я выполнил! Да мне пофиг, что связь отключена, связь не отключена, мне вообще без разницы. Я как бы походу здесь самый работящий, у меня две роли. Я должен еще и выследить предателя, его убить. И плюс к этому всему я еще чиню вот это вот задание больше всех остальных 100%. За это задание, мне кажется, много опыта должно дать, потому что я его заколебался уже выполнять. Так, сов игры выполнила там внутри, я выполню здесь. И после того, что я делаю для всей команды, на меня еще валят то, что я что-то делаю. А в чем смысл новой роли? Я так до сих пор и не понял. Я даже... Так, трупов нет. Трупов нет, и света тоже нет. Трупы нигде не появляются, значит, я пойду отремонтирую. Ты откуда вылезла? Ты что, телевизор здесь вдвоем смотрели, что ли? Откуда она... Непонятно. Я не знаю, это... Ядрен батон, да я нафиг нажал на один вот этот рычаг, кто уже что? Труп был вон там в библиотеке. И? Банан отсюда выходил. Это банан. В смысле я отсюда выходил? Я говорю... Наоборот! Я нет, говорю... подожди! Да я говорю, это подожди, я тебе говорю! Я с ней вместе забежал! Я пошел вон туда выполнять задание, выполнил его! Выхожу, она стоит на трупе! Ну и кто из вас двоих? Она! Я верю сам себе, я знаю, что это Эд. Отвечаю 100%, если мы его кикнем, то победа будет в кармане. Я вообще вот это, вот шарики за ролики закатки. Что, ты куда? Ты что? Тебе говорят, она нашла трупа под бананом. Я нафиг тут при чем? Да я отвечаю, что это ты просто в люк залез и все. Я верю банану, потому что он мой брат, и ты мне тоже брат, но ты мне врешь постоянно. Туда его брат. Не, ну давайте думать логически. Второе голосование подряд, Эд палится на трупе. Ну, наверное, это он, нет? Я не палюсь на трупе! Нет, я не видел труп за всю свою игру. Я не видел труп ни с вот этим, ни разу. Так, у меня на экране было написано поражение. Это логично, меня кикнули, я проиграл. Но почему игра закончилась? Вот именно! Я был предателем! Я был еще живым! Это кикнули! Какого фига мне это поражение написано? Так если ты был предателем, а меня никто не убивал, а я был шерифом Кости, который против меня голосовал, дурачелло! Кто меня в итоге убил? Кто меня убил, то что игра закончилась? Как игра могла закончиться? Вы же кикнули шерифа! Я балдею, что за дичь? Так ты был предателем, ты меня не убивал. Вот именно. Мы тебя кикнули на голосование, я тебя не убивал. Я убил бедного жулика Плея и Клайпа за всю игру только. А кто меня убил? Может, призраки тебя убили какие-нибудь? А лучше молчи дальше, жулик Плей, умнее кажешься. Это что нафиг значит?
Ликвидировать жулика Плея. В каком смысле ликвидировать? У меня не... Ликвидировать — это значит убить, избавиться. Но у меня нет ни вот этого, ни кнопки убийства, у меня нет никакого оружия. Я жулика Плея могу ликвидировать только единственным способом. Кикнув его в голосово... Так вот, почему Костя за меня два раунда подряд топил, потому что он был ликвидатором! У него была задача просто сделать так, чтобы... А, задача, я даже задачи выполнять не могу. У него была просто задача, чтобы меня кикнуть, так выиграл Костя в предыдущем раунде! Только потому что меня убил... Господи ты, кошмар! Он добавляет новые роли! Стой там! Он добавляет новые роли, но не говорит, какие роли он добавляет! И фиг его знает, что нужно делать! Так... Жулик Плей, тебе не стыдно палиться? Чё, я сразу? Ты думаешь, я не видел боком глаза, как ты в этот в люк запрыгнул вот там вот? Вот там за бананом. Софи Грей, этот, господи, Блум, пригнись. Софи Грей, пригнись и банан пригнись. Вот там вот люк. Я забежал только в эту комнату, ты в люк запрыгнул. Я не запрыгивал ни в какой люк. То есть ты хочешь сказать, что ты не предатель? Нет, я не предатель, это ты предатель. Ты дурачок, так я видел, как ты в люк запрыгнул, а не ты меня. Так это ты, скорее всего, предатель. Вообще логики в этом не вижу. Ты же в люк запрыгнул, а не я. Я никуда не запрыгивал. Но я-то видел это. Значит, ты предатель. Я видел, как ты запрыгнул в люк, значит, я предатель? Да. Да, но логики здесь вообще никакой нет, да, Хрейд? Ну, не хватает кваса и чипсов. Погоди, ты видел, как он запрыгнул вот в люк, да, на балконе, верно? Да. Так его на балконе в помине не было, чё ты врёшь? Откуда ты знаешь? Я сюда забежал, он выпрыгнул из люка, я обратно запрыгнул. Так он всю игру около меня тёрся. Так вот ты и спалился, красненький! В чем я спалился? То, что ты предатель! То, что ты предатель! Я не предал! Господи, второй раз! Тебе чисто теоретически могло показаться, может, хорошо, это был не жулик Пэ, тот другой. Хорошо, все, хорошо. Пропускаем. До следующего раунда, я за тобой буду следить в оба глаза. Господи, кошмар. Лучше бы мне реально дали какую-то другую роль, чтобы я кикнул какого-то другого человека, потому что это кошмар какой-то. С жуликом Плеем разговаривать, это невозможно. Жулик Плей, вот это. Лучше бы мне дали вот эту роль кикнуть Хрейда, я бы Хрейда закопал сразу в первом раунде. Я понял, в чем смысл этой новой роли, которую добавил Костя. Так, мне самое главное где-то найти труп, просто его зарепортить и валить на жулика Плея. Если у меня получится это сделать, значит я выиграю. А я-то вижу, куда ты бежишь. Ты чё только что сделал такое? Он как он махлюет, он дичь какую-то делает. Он нажал на одну кнопку, но потом побежал в другую сторону. Он вот это. А, ладно, хорошо. Окей, я сейчас опять нажму на... Так, хотел нажать на кнопку совещания, но смысла нажимать нет. Раз тут находится труп, значит труп есть смысл репортить. Так, сейчас я как раз таки жулика Плея подставлю. Жигулятор! Нафиг ты телевизор снял? Пошли за мной! За мной! Да-д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 а! Сюда, в эту сторону, ко мне сюда, потоп! Стой! Так, как бы сейчас сделать так, чтобы кто-то увидел жулика Плея возле трупа? Смотри, труп! Так, но сейчас-то ты не будешь отмазываться то, что ты предатель, жулик Плей. Ты! Это какие-то мне танцы здесь делал! Это ты, предатель! Я два раза, второй раунд подряд палю его возле трупа. Так он еще весь второй раунд зачем-то с телевизором на башке бегал. С каким еще телевизором? Ну ты, я у тебя спрашиваю, с каким телевизором? Ты почему вот здесь труп валялся? Ты почему труп не зарепортил, а начал убегать, когда я подбежал к тебе? Потому что ты пришел, начал вот так делать, танцевать и меня звать на...
Куда-то. Я пришел, там труп. Ну, короче, он предатель. Это он предатель. Ну, давайте объективно. Ну, жулик Плей, он бы не смог убить Клайпа и Софи Грей за 2 голосования. Твои доводы, они максимально недоводские. Ну, ведь в первом раунде он прыгнул в люк, во втором раунде он стоял на трупе. Почему ты мне никогда не веришь? Тебе в инвалидном порядке или в хронологическом рассказать? Да проголосуйте вас это, Мэйч! Я балдею 20 раз, честное нафиг, это пионерское. Теперь я от тебя не отстану, теперь я от тебя ни на сантиметр не отойду. Нет, я от тебя не отстану, я буду я буду тебя преследовать сейчас всю игру с это. Свет выключили, это не свет выключили, что это выключили? Так это, чините сами, нет, жулик, нет, не кнопки, да, он предатель, 100%. Все видели то, что выключили вот это, связь, он чинил почему-то электричество. Это 100% жигулятор. Плей, так же Жулик Плей, с тобой надо что-то сделать. Роль-то на самом деле не такая простая, как казалось бы в самом начале. Надо кокнуть Жулика Плея, а как его кокнуть, когда тебе никто не верит, это сложнее всего. Я не понимаю, почему он продолжает вот это за мной бегать вместо того... Заходи, заходи, мой хороший. Вместо того, чтобы идти делать какие-то задания. Так, заходим сюда, Жигулик, заходим. Так, ты же предатель, убей этого человека. Убивай! Ну кокай его! Вот это он! Предатель, он предатель, он предатель! Он что-то в руку достал, он предатель! Я это видел! Я это видел, банан! Он предатель! Беги, 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 беги! Давай быстро, давай, заходи, 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 заходи! Крышка банану. Сейчас жигулятор Плей 100% его там на кусочки порешает. А вы вдвоем откуда прибежали, мои хорошие? Ну ладно, в целом это не важно, надо пойти. Так, банан, пошли проголосуем за жулика Плея. Я уверен, то, что банан тоже сейчас подозревает жулика Плея в том, что жулик Плей вот этот предатель, потому что... Банан видел, как жулик Плей за ним ходил все это время. И где жулик? Где? А вот жулик Плей, почему мы местами поменялись? И жулик Плей странно за тобой ходил, и мне опять кажется, то, что это он. Так это не я, я не предатель, это ты предатель. Подтверди. Подтверждаю, что подтверждаю? Банан, это вообще банан, предатель. Он себя подозрительно ведет, банан. Он за тобой, он... Так, смотри, подожди. Да. А вдруг он самозванец? Самозванца сегодня нет, он выключен. В смысле? Ну, в смысле, сегодня нет такой роли, как самозванец. Сегодня шериф, этот... И вот эта странная новая роль Кости, про которую мы до сих пор ничего не знаем. Я все это время думал, то, что у нас все роли включены. Не, не. Я там раздумывал, кто самозванец, кто шериф, не, кто убийца. Не. Он, короче, жулик Плей стоял вот так вот сзади банана и что-то вот так вот взял свою руку. Вот так вот. Если бы меня там не было, он бы опять 100% его убил. Не, погоди, не... у нас же этот, Костя-то сдох, а ты, получается, всю игру со жуликом Плеем бегал. Нифига не понял, объясни. Ты всю игру бегал за жуликом Плеем, правильно? Ну? А Костя сдох! Ты этого не видел? Значит, ну, чисто гипотетически это не жулик Плей. Так, давайте так. Если мы проголосуем за одного жулика Плея, мы от этого совершенно ничего не потеряем. Если он предатель, мы выиграем. Если он не предатель, мы ничего не теряем. Как бы да! Ну, логично! Логично же! Ну не вот надо, и... за логично! Логично! Запутали, ребята, ну так невозможно! Оно на 100%! Оно логично! Если мы кикаем, он бесполезный! Он ничего... Нафига вы? А почему я опять проиграл? Почему я второй раз подряд предатель и второй раз подряд проигрываю? Ты второй раз подряд предателем был? Да! Я балдею, тебе сегодня фартит! Так. А кто кого убил в итоге? Я не понял, почему у меня на экране была надпись «Победа», а у всех остальных поражение? Я убил Костю, убил Софи Грей и убил Клайпа. Потом... Мы кинули жулика Плея, и я проиграл. А я победил. ЖКП, ты этот самозванец, что ли, или что? Ты реально был предателем, поэтому я победил? Я был шерифом! А ты на меня гнал! Да какая разница? В любом случае, я не был предателем. Предателем был он. Вот. Погоди, то есть у нас еще и шериф был всю эту
Да. Шерифом... А, ты шерифом был? То есть я выиграл. Я кикнул и жулика Плея, и шерифа. Не, ну новая роль, кстати, прикольная. Да, Костя. Теперь я понимаю, почему ты весь первый раунд хотел, чтобы меня кикнули. Ну, конечно, мой золотой, я же говорил тебе. Что происходит, я не понимаю. Меня убили в первом раунде, убили во втором раунде в самом начале. И это сделал этот серый породой. Я не понимаю. Что, новые роли какие-то? Жестер, предатель, мирный, потом еще детектив, потом шериф, потом еще что-то, придумал. Ну, говори, есть ты. Я с тобой больше не общаюсь! Я не понимаю, почему я виноват. Я же выиграл, а вы все проиграли. Я так нифига не понял, кто выиграл в итоге, кто проиграл. Да, кто кого и убил, я в итоге не понял. Какая-то странная новая роль, непонятная. Ну ладно, неважно. Важно то, что слева новый ролик, справа новый ролик. Слева новая рубрика, где я троллю всех подряд. А справа предыдущая серия Among Us. Да ты куда полетела, ненормально? А ты куда? Тыкай давай, ядрён! А то херей ты тебя сейчас куда-то вниз скинет.